В испанском городе Севилья прошла 29-я ежегодная конференция и выставка Европейской ассоциации международного образования, в которой уже четвертый раз принимает участие Казанский федеральный университет. Делегацию университета возглавил ректор Ильшат Гафуров и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Выставка имеет статус главной европейской площадки, собирающей экспертов в области высшего образования со всего мира. Программа конференции предполагает проведение около 200 сессий и воркшопов, в которых примут участие ведущие игроки мирового образовательного рынка. В первый день работы выставки Ильшат Гафуров и Дмитрий Таюрский провели ряд встреч и обсудили возможные направления взаимодействия с международными партнерами, в частности с ассоциациями азиатских вузов. Аурелия Сташкова, Универньюз.